То есть в эскорте платят больше, нежели в порно? Да, 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 очень хорошо, я довольна, то есть мне все нравится. А машину за какие-то деньги купила, которая заработала в порно? Насосала. Кому? Порно-актерам или бизнесменам? Удобным людям, удобным. Удобным людям. Не мужчинам, а людям, заметьте, ребята. Ай, в Таиланде тоже люди ходят, хуй пойми, то ли мужчина, то ли женщина, да? Ой, ребята, всем здорово, Саныч на связи. Удобным людям сосать это, конечно, весело. Ребята, да, вот отмотайте там лет 40 назад, как бы, да, там вот, почему вы там работаете вот на этом месте работы, да, вот здесь хороший коллектив, здесь хороший соцпакет, да, там начальство мне нравится, там, я делаю полезные вещи там для общества, да, там какие-то изделия там изготовляем, может быть, там что-нибудь еще, да. Вот, то есть, как бы, ну, вот интервью там какой-нибудь работницы, там какой-нибудь там фабрики, там, я не знаю, там может быть еще какой-то, может, там, бухгалтерии какой-нибудь, там, да, там, планового отдела, там, статистики, хрен его знает, короче, да, вот, ну вот такие были бы рядовые ответы, такие вот, да, ну, человеческие. А тут, как бы, вот интервью, пожалуйста, почему вам нравится сосать в порно, там, или а чем вам не нравится сосать у эскортницы? Как бы, ну, вот я в порно работала, как бы в жопу трахают, платят мало. Как бы подумала, что как бы дырка расширяется, кошелек нихуя не наполняется. Что это такое? Надо идти в эскорт. Там вроде и дырка поменьше, вот, и платят побольше. Поэтому как бы такой соцпакет меня устраивает больше. Вот поэтому я перешла туда. Вот, ну, как-то так вот.